Городской совет постановил, что начиная с полудня сего дня, 23 апреля 1882 года, ношение оружия в городе Катвунде объявляется незаконным и будет караться штрафом или тюремным заключением, или и тем, и другим. Подпись – судья Уильямс. Судья поступил довольно опрометчиво. Он скоро в этом убедится. Да уж. Пусть только попробуют отнять у меня оружие, я им покажу. Кажется, это объявление не всем нравится. Значит, никакого оружия. В таком случае надо избавиться и от пуль. Ты арестован. Я? За что? За нарушение закона. Там четко сказано, начиная с полудня. Тем не менее, я беру его под арест. Идем. Кто-нибудь, скажите Керту. Такого еще не было. Чарли Уолш. Здесь принимают оружие? Да, мисс, вон там. Знаете, это не такой уж плохой закон. Что с тобой? Я не знал, что она носит оружие. Спасибо, мисс. Мисс... Кариса, что с тобой, милый? Короткая память. С вами мы тоже знакомы, судья. Знали оружие? А мы не местные, маршал. Ничего, оружие все равно придется сдать. Через какое-то время мы уезжаем. Неважно. А вы? Мой профиль рубашки. Я и стрелять-то не умею. Потом мы их заберем. А это откуда? От одного пьяного. Проблемы были? Нет, но для этой работы придется кого-нибудь нанять. Мы без сил. Я помогу вам. Постарайтесь ничего не перепутать, иначе потом мы не разберемся. Ваше имя? Мартин Коллер. Мартин Коллер. 45-й калибр. Ваше имя? Просто Джинни. Джинни. Привет, Фрэн. Что ты здесь делаешь? Я устала ждать. Пойдем отсюда. Я сейчас.